есть шанс решить все в основное время. До конца которого, кстати, 4:15. Да, достаточно времени у Акбарса на розыгрыш большинства. Галиев. Ух ты! Она залетает! Похоже, это дубль Станислава Галиева. И уже 4-3 в пользу Акбарса. Ну, здесь надо на повторе посмотреть, как она там залетела. Воронков находился на пятачке. Возможно, он-то и переправил эту шайбу в сетку ворот. Бросал поворотом Галиев. Но Воронков катит первым. И как быстро в этой встрече все поменялось. Да, скорее всего, Воронков. Кстати, там его опекал Егор Воронков.